Нашей сегодняшней программы призеры детского Евровидения 2010 Саша Лазин и Лиза Дрозд. Саша, Лиза, привет! Здравствуйте! Здравствуйте! Я вас еще раз поздравлю, потому что я не устаю вас поздравлять с этим замечательным событием в вашей жизни. Ребят, скажите мне, пожалуйста, Новый год. Вы к Новому году готовитесь? Или да, нет? Конечно. 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 В своей обычной, не сценической жизни? Да, да. А каким образом готовитесь? Костюмы какие-то шьете? Да, естественно. Костюм это один из главных атрибутов, можно сказать, праздника, потому что такое сразу новогоднее настроение поднимает. Да, если ты просто в каком-нибудь там наряде придешь, то есть там штаны, там кофта, то это будет как, ты не на Новый год пришел, то есть какой-то, да. А если ты в каком-то там сказочном костюме, там, или еще, я не знаю, не только в сказочном, там, из мультиков. Ну, карнавальном. Да, карнавальном. То есть сразу, конечно, это... Угу. Так, давайте по порядку. Лиза, ты кем у нас была на Новый год вообще? В те года, которые ты помнишь. О, кем я только не была. И я была, помню, феей, естественно, как девочка. Ну, просто в красивых платьях иногда приходила. Тоже как фея или принцесса. Да, я помню, что в год хрюшки я даже... Хрюшкой была? Да, хрюшкой была. Вот, то есть... Вообще очень много. Потом я бабочкой была. Угу. Так, Саша, у тебя со сказочными героями как? А я помню, что я был собачкой. Собачкой постоянно тоже вот такую маску нацепляешь, там собачка, Сухами. Да. Там уши такие, да, то есть костюмы. И я помню, что я еще Емелей был. Угу. Мне красили вот так вот, я даже помню прям хорошо. Мне красили румяной щеки, да. То есть там стихотворение давали, это в садике было. Щуку в руки не вручали тебе? Нет, щуки не было. То есть шляпа, ну все то же самое, как у Емели. То есть костюм мы сами делали. Угу. Ребят, ну я вам предлагаю сегодня прям расслабиться и оторваться по полной, потому что мы в магазине, где полно карнавальных костюмов. И не надо ничего выдумывать. Уговаривать маму или папу смастерить тебе костюм робота. Прям приходим, выбираем, меряем все и, в общем, играем в сказку в такую. Давайте готовимся к Новому году. Давай. Есть какие-то пожелания на этот год? Кем хотите быть? Лиза. Ой, ну давайте посмотрим и выберем все-таки. Давайте. Верный женский подход. Тогда вперед, выбираем, смотрим, можно даже что-то уже мерить. Ну, давайте вот прям с этой полки начнем, у нас мы здесь находимся, да? Смотрите, есть черепашки. Ой, хочешь? У меня бы братик. Вот если бы у меня бы братик Человек-паук. Да. Человек-паук, черепашка-ниндзяник. Можно не только себе отбирать, ух но ты. В принципе, круто. И для братиков. У нас, я так понимаю, я каждого? Бы вот такой померил. Либо такой, либо такой. Покажи, это кто? Это я не знаю. Это какой-то каратист, что ли. Там из боевого искусства. Сенсей. Да. Маска даже. Это... Интересно, интересно. Это маска, да? Да, давайте. Ну-ка, развернемся при этом еще на людей. Ну, чем вообще? Не ниндзя. Отлично, ну снимай пока, отложим. Я думаю, что померить такой костюм нужно. Так, Лиза, по-моему, девчачьи костюмы по ту сторону. Да, девчачьи. Давай забегать в ту сторону. Все-таки там. Вот. Как ты? При не знаю, короле какой-нибудь, при дворе какой-нибудь королевы. Нет? Не нравится. Убираем. Мазурку танцевать не будем. Да я уже, в принципе, в спектакле в таких костюмах наигрался. То есть ты уже наигрался. Так, а это кто? Это я даже не знаю, может, какая-то восточная, кажется, красавица. Да, какая-то Шахерезада, да? Я бы, в принципе, еще... Давай, надо же много хотел костюмов. Вот этот вот очень такой костюм мальчишеский. Ну это кто? Похож на ковбоя, на кого-то Тома Сойера как.
На ковбой Тома Сойера? Да. Не знаю, по размеру ли он тебе, но я думаю, что подберем другой размер. Да, я тоже думаю. А вообще есть какие-то требования, которые нужно костюму предъявлять? Ну, не знаю, покупая там горнолыжный костюм, ты понимаешь, что тебе нужно, чтобы он был теплый, непромокаемый, а карнавальный костюм? Не знаю. Ну, вообще, карнавальный костюм, когда выбираешь, конечно, больше всего хочется, который там красивый самый, там, классно такой выглядит лучше. Mm-hmm. Вообще, больше всего такой хочется всегда. Чтобы он был просто такой, да, который шокируется? Да, чтобы классно, да, чтобы увидели и все ахнули, то есть. Так, а это что такое? Это костюм королевы. А, костюм королевы, да? Да, так он мне маловат, наверное, будет, нет? Нет, он тебе, по-моему, как раз корона. Нормально? А корона, да, вот вам вообще суперски. Ну-ка, а тебе корона, по-моему, да. Больше как раз. Как раз, да. Будем мерить? Давайте. Давай тогда. Давайте его я тоже отвесим, еще что-нибудь. И еще какой-нибудь костюм подберем. Такие, мне кажется, уже большие варианты, нет? Ну вот этот человек-паук. Нет, что? Вот это же хотел быть человеком. Это мушкетер. Мушкетер. Да, вот мушкетер. Ну-ка давай-ка посмотрим. Ну да, в принципе, это же накидка. А человеком-пауком ты уже не хочешь быть? Как я, вот уже вырос, я уже вырос из этого. А, то есть паук это для маленьких? Ну, для Лизиного, для моего братика. А, Лиза, а вот как ты относишься к тому, что ты пришла в красивом костюме на Новый год, допустим, там, на утренник в школу, а много таких же, в таких же костюмах, как ты? Я стараюсь не повторяться, потому что костюмы, в которых я прихожу, они всегда сшиты руками мамочки, или мы заказываем у кого-нибудь тоже шить костюмы. Но, я не знаю, мне кажется, из-за этого не нужно расстраиваться. То есть, если на одном утреннике в школе будет несколько человеков-пауков, это нормально, можно пережить? Ну, каждый же выбирает то, что ему нравится, да. Правильно. Но вообще, обычно в костюмах Человека-паука мало кто приходит на новогодние там утренники. Ну, в школе. Да, вот в школе там, а в садиках, может быть, я не знаю. Но вообще, лично у моего братика, как я все новые годы утренники смотрела его, то вообще вроде бы... Никого не было из Человека-пауков. Ну, может быть, один какой-то был раз или два. Ребят, ну а до какого возраста вообще стоит наряжаться в костюмы? Вот вам, как вы думаете, в школе участь, до какого класса будете наряжаться? А потом уже будет не солидно. Ну, я не знаю. Мне кажется, что уже класс до 11, ну, потому что мы уже сильно вырастем тогда. Ну, в 11 классе уже не надо. Ну, в 11, да. Ну, вот все вот эти вот классы, мне кажется, что надо там наряжаться тоже в какие-то карнавальные костюмы, потому что как бы это все равно интересно же, наряжаться там. Ну, это тоже зависит от характера человека, потому что если человек веселый, позитивный, и он чувствует, что его не засмеют, если он не стесняется, то, конечно, он будет приходить и веселиться, и радоваться, потому что ему самому это нравится. Смотрите, какой я вам костюм еще нашла. Это костюм, мне кажется, лешего какого-то. Лешего или Баба-Яги? Баба-Яга. Давай нарядимся в Баба-Ягу. Давайте попробуем. Давайте. Вам нравится мой костюм? Очень. Да. Я буду в нем отмечать Новый год. Ну как тебе, Сань? Нравится? Круто, да. Мне кажется, не хватает шляпы. Да. Ну и выбирай, какое оружие, пока Лиза переодевается. Да, все-таки, мне кажется, более мальчишеский этот пистолет. Давай, бери пистолет. Лиза, ты уже готова? Да, сейчас. Выходи, у нас на тебя есть. Смотри, какая штука. Вау. Держи. Круто. Ну, посмотритесь, вы как в паре, посмотритесь? Да, клево вообще. Будете пиратами? Да. Кстати, вот помирение захотелось бы пиратом, да. Пираткой. Королева, ваше высочество, выходите, пожалуйста. Боже, какая красавица. С
Саша, ты как настоящий Д'Артаньян. Мне получается надеть корону. Давай, 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 я подержу вашу шпагу. Ну, мне кажется, надо еще пару комплиментов для Лизы, для королевы Елизаветы. Вы красивы, как никогда. Разрешите поцеловать вашу ручку? Прямо у нас какое-то средневековье. Ну что, шпага нужна королеву защищать? Александр. Так, ну еще мы с вами выбрали костюмы. Популярный сейчас феи Винкс. Правильно? Да. Это будет костюм Лизы. А Саша будет черепашкой ниндзя. Ниндзя. Что самое главное в черепашке-ниндзя? Это? Панцирь. Точно. Оружие. Да. Самое главное его прикрепить правильно. Так, ну, в общем, наверное, это должно нет. быть... Почему нет? Потому что я... А по инструкции так. Да? За оружием иди. Интересно, интересно. Ну, а вот у нас самое главное. Чей Винкс? Ты кто? Как зовут тебя? Меня зовут Муза. Муза. Ну, скажи мне, феи Винкс, я плохо в них разбираюсь. Они же поют? Да. Будете что-нибудь петь? Мы в клубе Винкс, значит, мы друзья. Можешь нам сказать, где мечта твоя? Ты в клубе Винкс, и победа ждет. Вместе мы сильны, как радостно творить чудеса. Атакуй! Он ну быстро все, покатилось. У меня микрофон в штаны перевешивает. Слушай, ну ты вооружен просто до зубов. Я не знаю, как фея Винкс и черепашка-ниндзя дружат? Сочетаются. Ну, по-моему, они вообще в природе друг с другом не встречаются, не могут встретиться. Но не в нашем случае. В нашем встречаются и даже иногда вместе поют. Хоть Саша говорит, что он из этого вырос, только мне кажется, что все как раз-то наоборот. Он только к этому приучился, да? Тимур нравится как. Ребят, ну а если вот все мы костюмы, мы три костюма померили каждый, кому какая больше роль понравилась? На Новый год в чем пойдем? Честно, мне все понравились. Все разные, все по-своему красивые. И вот красочный, этот очень красочный костюм, например, феи. Ну да, ты прям поменяла образ кардинально, стала брюнеткой. Брюнеткой. Да. Но какой Новый год без Деда Мороза и Снегурочки, поэтому я предлагаю все-таки Деда Мороза и Снегурочку нарядиться, а я, как и обещала, в Бабу-Ягу. Вам нравится мой костюм? Очень. Да. Я буду в нем отмечать Новый год. Буду злой бабой-ягой в 2011-м. Клево. Клево. Да. Дед Мороз, а вам где подарки? Сережки очень подходят. Да, сережки я прям как чувствовала, что бабой-ягой стану через несколько минут. Где подарки, Дед Мороз? Снегурочка весь шоколад съела. Вот видите, какая толстая стала. Лиз, как ты думаешь, мы незаслуженно забыли вот такие вот платья на праздник? Ой, очень красивое платье, честно. Мне кажется, что на новогоднюю ночь что-то, да, нужно что-то поинтереснее. Ну, и если дома там, я не знаю, отмечать или на костюмерной вечеринке, то такое платье можно одеть. Очень даже. Перед тем, как мы попрощаемся, может, какую-нибудь песню споем новогоднюю. Ну, точнее, вы споете, а я буду прихрамывать. 3-4. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Зимой и летом стройная, зеленая была. Призеры детского Евровидения, да? Сегодня помогали нам выбирать карнавальный костюм. Ребят, спасибо вам большое. Хорошо вам отметить праздник. И жду вас, когда вы станете победителями взрослого Евровидения. Надеюсь, увидимся. Надеюсь, уже я буду не в костюме бабы-яги. Ну все, пока. В программе принимали участие Тамара Васильева, призеры детского Евровидения Лиза Дрозд и Саша Лазин. Лиза, скажи мне, пожалуйста, чью помаду со щеки Саши ты так старательно снимала перед съемками? Кто Саша в щеки-то целует с помадой? Ну, вообще-то это наша руководительница, так что это неинтересно. То есть не девчонка какая-то из школы? Нет. Не поклонница? Ну, это Саша должен отвечать, что я-то все? Я у тебя по секрету, женская солидарность. Меня никто не целует. Точно? Ты смотри мне.